Да не, все, я уже задушнился с вашими Майнкрафт-клипами. Я уже понял, что это хуйня. Ребята, мы тут жемчужину нашли. LED. Сербская леди подожгла мой дом. Проверка на призраков. Блять, ебать, столько лет прошло, все равно до сих пор на хуйней занимается, блядь. Блядь, это удивительно, блядь. Ну давайте, давайте, что-то, блядь. Договор подписан. Может, вся пиграда ложь для школьников. Это же по типу школьных вопросов. Правда, ложь для школьников? Сейчас посмотрим. Ага, я понял, понял. А давайте это посмотрим, кстати, вообще тема, блядь. Посмотри, клипочек короткий. Не-не, чужие клипы я не смотреть не буду, со мной связаны, реально. Мне смысла нет. Ай, блядь, язык прикусил. Смысла нет, короче, из-за душнючи очень сильно. Ребят, не присылайте мне какие-то чужие, ну, левые, короче, песни. Особенно сегодня не хочется. Спасибо большое. Я Элиди, со мной моя собака Джина и кролик Эльза. И в этом видео я буду писать сербской леди, потому что она сегодня вынудила меня... Сербская леди! ...кинуть дом, потому что... Бля, ей сколько уже? 50, бля, до сих пор этой хуйней занимается. Строила в доме пожар. В это время, пока я отсутствовала, шарила в моем шкафу, поэтому шкаф мы тоже сегодня проверим. Если ты ждал новое видео на моем канале, ставь лайк прямо сейчас. А если под этим видео ты найдешь красную кнопку подписаться... Сука, она с этой кнопкой до сих пор носится, блядь. На нее прямо сейчас подписывайся на канал и включай колокольчик с уведомлениями, так ты не пропустишь новые видео. Я готовила ролик на канале LED Online. Там у меня ролики сейчас выходят каждый день, где я читаю ваши комментарии. Вот делать нехуй, я да, отвечаю человеку? На них прямо в видео. Внезапно на весь дом начала орать пожарная сирена. Я сразу включила кружочек, свой телеграм-канал зашла и начала записывать. А, реклама телеги, нормально, нормально. Жесть. Боже, слышишь? Я так сильно испугалась, я побежала узнавать, что же происходит. В доме началась эвакуация. Я еще записала здесь голосовое сообщение в телеге. Кстати, ссылка на мой телеграм-канал в описании под видео. Все, подпишемся, туда. Конечно. И когда я поняла, что реально пожар и все собираются... Так, ну ладно, вот это уже интересно. ...собираются на эвакуацию, я быстро вернулась назад, чтобы забрать своих питомцев. Сейчас я живу с собакой. А, то есть ты убежала, а потом такая, бля, у меня же питомцы еще, здорово, блядь. Эльзой одна дома. У нее же ребенок еще есть, про него ничего не сказала, видимо, не взяла его, похуй. На поводок Эльзу в перенос. Ребенок же просмотров не наберет, блядь. Надо вот собаку спасти. Вот это да, блядь. С ними. На улице мы простояли около 30 минут. Потом выяснилось, что у кого-то в доме начался пожар. Да, невозможно. То есть пожарная когда сигнализация, эвакуация из дома после пожарной сигнализации из-за пожара, блядь. Стояла на улице, я внезапно вспомнила, что, блин, я забыла закрыть квартиру. Ребенка. Ну, потому что я просто вылетела отсюда, как и угорела. До сих пор про ребенка так и не вспомнила, на заметку, ребят. Где-то через 30 минут нам разрешили вернуться обратно. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Обратно по квартирам. Действительно, да, я квартиру, блин, оставила открытой. Блядь! Доделывать ролик, потому что мне надо было срочно его опубликовать. И как только я его опубликовала на LED Online, многие подписчики сразу стали писать, что это проделки сербской леди. Эля, пожар устроила сербской леди. Вот прям вот под роликом, который я только опубликовал, сразу началось. Эля, сербская леди могла подстроить пожар, чтобы тебе навредить. Спи в комнате питомцев, поставь скрытые камеры. Эта сирена сделала сербская леди. Заметь. Эля, привет. А заметь. Что это пожарная тревога? Это была уловка сербской леди для того, чтобы забрать бусы. Типа, двоеточие. Сирена звенит, Эля с животными эвакуируется. В это время, пока Эли нет дома, сербская леди приходит и пытается найти бусы. Это все из-за бусов, блин. Блин, а ведь это могло действительно так быть. Тем более, я, это так и было, блядь, это же очевидно, нахуй. Дверь за собой. Пишите больше комментариев, они напрямую влияют на то, что дальше происходит. Конечно, они влияют, блядь, конечно. Пишите, сербская леди уйдет, если вы напишите больше комментариев. Срочно пишите. Под этим видео. Именно там вы написали, чтобы бусы, да, сербская леди пришла забирать. Писала сербская леди и спросила у нее как-то ненавязчиво, она ли это все устроила и подстроила. И прямо сейчас я ей напишу. И что же она сказала? Я не знаю, как начать, надо как-то ненавязчиво. Еще у меня очень болит синяк, синяк не проходит, ребят. Я напомню, что сербская леди против того... Даня, обернись. Блять, вы че угорать? Я думал, там сербская леди, блядь. Я ее снимала, но я поставила на ночь скрытой камеры. Но мне спину Азиз Данилович прикрывает, блядь. Сербская леди, ко мне не приходи, у меня бус нету. Она туда попалась, и после этого у меня появился большой синяк. Мало, но я поставила на ночь скрытые камеры, и она туда попала.
А, это она стоит? Я думал, а, нихуя себе, блядь. После этого у меня появился большой... В платке, блядь, чтобы волосы не показывали. Интересно, блядь. Мяк на левом ребре. Вот здесь вот прям. Я его уже пока... А мы смотрели «Паранормальное явление», блядь, там то же самое. Возможно, тебя просто в подвал затащил демон ебаный, блядь. Вот, ой, сейчас ой, не буду вставать. Смотрите потом предыдущие видео, их уже очень много накопилось, у них на обложке прям... Говна, кучка говна уже, да, надо расхлебывать эту кучку говна у меня на канале. Давайте начну с того, что спрошу у нее, что она со мной сделала. Давай. Ну, как бы с намеком на синяк, но... А, давай, давай. Посмотрим, как она выйдет давай со мной посмотрим. На контакт, что она будет мне писать, и дальше уже я попытаюсь ее разговаривать. А, давай. Не знаю, всегда это получается очень тяжело. Она очень странно общается. Да? Что ты со мной... А ты охуенно общаешься. Со мной сделала. У меня реально синяк с каждым днем, ну вот, все становится все ярче и ярче, насыщеннее и насыщеннее. Опа, онлайн я печатает, мажу, блин. Я делаю йодовую сеточку. Что за звук? Джина храпит. Мне что? Сербская леди звонит, ребята, срочно в вайбере, сербская так, леди. Так, печатает сразу. Внимание. Сразу, такое ощущение, как будто она на меня... Такое ощущение, как будто это не она сидит, а вот муж твой со вторым телефоном, нахуй, в соседней комнате. Интересно. За кадром, блин. Бог со мной прям включил уведомление. Ну, это просто ощущение такое. Ей прям дзынькал. Твари на меня на вы, блин. Опять. Короче, она всегда говорит, чтобы я к ней обращалась на вы. Я, во-первых, всегда забываю, потому что, ну, блин, я очень разъярена по поводу того, как она себя ведет, и что она постоянно вытворяет. Поэтому, ну, у меня вылетает из головы называть ее на вы. Окей, давайте сделаем так. Что вы со... мной сделали. Что она теперь... Да, впитала, блядь, даху, понятно. Вот еще один Артем Граф. Еще раз ты вот залезешь в мою квартиру, да? Где мои дети, блядь, и будешь там шастать по ночам и так далее. Еще раз я буду, ну, предпринимать что-то, блядь. Конечно, извините, что на ты. Еще раз вы залезете. Сразу на вы, но... Сука, блядь, ну-ну. Пишет, блин, печатает. Я все время слежу за Джиной. Твое время скоро закончится. Что это значит? Опять печатает. Я все время слежу за Джиной, потому что в прошлом видео многие писали, что она все-таки лизнула те кости, которые нашла у себя в шкафу. Лизнула, блядь. И вы тоже переживаете, мне пишете постоянно, что посидел за Джиной. Я за ней слежу постоянно. Ты тоже, по-моему, что-то лизнула с этими шаманами где-то в лесу, нахуй, хуй поймешь, на Бали, блядь. В это пошло, поехало, блядь, сербская леди, блядь. Я ночую тоже. Так что загляните канал потом на Lady Pets. Наверняка там вышла уже новая ночевка. Мы ждем тебя в нашу семью. Танцуй. Ну, короче, она опять... пишет про то, что я должна станцевать. Это какой-то своеобразный такой символ посвящения. Ну ты станцуй, что, не блядь. Знаю, что это такое? Что значит танцуй, блин, я должна станцевать? И что после этого произойдет? То есть как это должно произойти, блядь, физически, что я стану среди них? Я не понимаю. Конечно, мне хотелось бы узнать, все-таки она это сделала сегодня с сиреной, то, что я реально была вынуждена оставить дом и уйти или нет? Она ли устроила этот пожар? А ей как-то по-другому надо написать. Давайте так. Давай. Это из-за вас сегодня была эвакуация. Что она ответит? На самом деле, это было очень стрёмно. Я так испугалась за животных, это просто жесть. Особенно, когда я первый раз... Слушай, я-то как испугался за животных. За ребенка похуй, да, в принципе. Я так испугался за свою, блядь, кролика, собачку. Ну вот, что у меня ребенок есть, ну похуй, в принципе, блядь. Мы когда эвакуировались, я его даже не взяла с собой, пускай там сидит, блядь. А что же происходит? Я поняла, что все серьезно. У нее же нет канала LED Kids, блядь. Нету нахуй. А вот LED Pets есть, блядь, поэтому вот мы их спасаем. Убегала назад, чтобы забрать животных, а мне вслед кричали, типа, стоп, стоп, не убегай. Подожди, обратно. Подожди, давай начнем все типа, сначала, вслед кричали. Я просто не послушал, заманулась сюда. Прикиньте, как я рисковала, это просто жесть, я не могла оставить питомца. Это вот что пиздец. Она сейчас ответит, наверное, это даст нам понять, правильно ли мои подписчики, то есть вы, кто многие писали об я, этом, блядь? Правильно ли это было ваше предположение. Я думаю, сейчас... Я считаю, что это так и было. Понять. Смотрите, что-то сейчас она такая, да, это я! Скорее всего, это так, да. Это же не один это порча! Я показала вам только несколько комментариев, а там их было столько. Да ты че, просто, вы не представляете. Где ты прячешь сербские бусы? Да, 100% вы были правы, ребят. Бля... Да, это была она, вы прикиньте, она реально это устроила, чтобы я выбежала из дома, и что-то она здесь шарудилась. Я не знаю, видели... И ничего не нашла, блядь. И нет видео про шкаф, я показала место... Ну, у нее планы какие-то не особо хорошие, знаешь, как в ограблении банка, это же тупо, что ты... допустим, ну как в кино, да, ты все спланировал, короче, там где-то сигнализация, все люди отвлекаются, ты забегаешь здание и ничего не берешь. Ну просто как-то у тебя хуевая какая-то сербская леди, если она ограбление так продумывает, наполовину, короче, блядь. Бусы, и она на скрытых камерах там ковырялась, и поэтому она решила быстро предпринять попытку проникнуть сюда, когда меня здесь нет. И ничего не нашла, блядь, какой смысл, блядь. Здесь Джины не было, которая бы... А пожар устроила в чужой квартире, нахуй, просто, ну, чтобы ничего не получилось-то в итоге. Она даже не знала, где это лежит, блядь. Вот эти там 25-30 минут здесь шарила, вот так, пока меня, блин, здесь не было. Я не буду ей сейчас отвечать, сейчас пойду проверять лучше шкаф. Почему она называет эти бусы сербские? То есть... Она снимает ролик про сербскую леди, говорит, блядь, я от нее прячу, ну так как я понял по контексту, типа какие-то бусы, да, которые вот эта сербская леди хочет забрать.
И она ей пишет, где ты прячешь? Она такая, бля, я никогда не скажу, сейчас я пойду шкаф проверю. Сука, бля. Такую информацию. Бля, я бы тебе хуй что доверил в этой жизни, это просто пиздец. Где ты прячешься? Где ты прячешь? Я ей, естественно, не скажу, но я сейчас схожу, шкаф проверю. Сука, ебло, блядь. Какие бусы? Ну-ну. Почему она называет их сербскими? Ведь эти бусы у меня появились после того, как я приехала с Канар, с там, где видео, дом Канар. Ну, канарские бусы тогда. Я после этого приехала и обнаружила их в своей сумке. Почему сербские? Ты все равно... Смотрел ее роды, да, кстати, смотрел. Нож назад, не понимаю. Призрак Варана тоже из Сербии, сербские бусы. Так, ребят. Короче, по поводу... Буква С. А была еще где буква С? В СС. 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 Это что? Это Гитлер, Гитлер, фашизм. Блядь, все понятно. Вот они у меня сейчас. Я их перепрятала. То есть я сейчас их взяла из нового места. А я не буду говорить на видео, куда я их положила, так как вы многие мне писали, что на видео не говори. Лучше хотя бы как-то загадками намекни в телеграм-канале. Я, короче, реально вам потихонечку... Ну, вы поймете, где лежат, я вам расскажу в телеграм-канале. Так что зайдите потом, посмотрите. Короче, вот эти бусы. Когда я начала в комнате питомцев, я там смотрела видео. Короче, я нашла видос вот с таким же а-ля одержимым козлом. Вот видите, бля, вот это реально похожи. Одержимый козел, блядь. По козла каких-то. Бля, реально одержимые козлы, блядь. Нахуй ты их обзываешь? Справа и слева. А видео там были... Блядь, это одержимые козлы, блядь. Бежим. Некоего духа, который вселяется в животных для того, чтобы они ближе... Так это не животное, это ты в курсе? Это железка, ну, в форме животного. К людям, типа, доверчиво себя вели, подпускали к себе близко людей. Там были видео, типа, он звонит в дверь. Момо звонит мне в дверь. Короче, коза там такая стояла. Она звонит в дверь, открывает дверь, там, снимает женщину, типа, hello. А там просто такая коза стоит. Нахуй, блядь, там коза стоит. Одержимая, наверное, кажется. Жесть, это надо просто посмотреть своими глазами, реально. Ну ты же нам не покажешь. Ну вы посмотрите, короче, если найдете, блядь. Посмотрите, так вот, я... Бля, один ролик видел, там LED, блядь, там... LED, не знаю, что придумать, бабушку сбила на автобусе, нахуй, ехал на всей скорости. Там пиздец, там реально ролик. Ну посмотрите как-нибудь. Да, что вот они и изображены. Ну там пиздец, она реально несется, бабушка дорогу переходит, а по ней бах, нахуй. Это просто ужасно, блядь. Ну в GTRP, естественно. Это просто ужасно. Ну найдете, короче. В виде вот этих вот чудищ здесь на бусах. Бусы я кладу в то же место, в смысле в новое, в перепрятанное. В телеге потом с вами спишемся. Пойдемте проверять. Ты в телеге, да, напишешь, где это? Камеру включил, сейчас буду открывать шкаф на камеру, будем проверять. Я надеюсь, что все будет хорошо. Если что, сейчас оттуда вот эта бабка. Прямо из шкафа, нахуй. Я тут все время была. Бля, она не замечает вот это хуёвина, что у нее зеркало по пизде там. Так, на первый взгляд все нормально. Давайте копну. Нет, давайте сейчас камеру возьму. Так, ребята, если вы смотрели прошлый ролик, то вы примерно представляете, что здесь что. Но я примерно, расскажу. Да, значит, я примерно представляю, что вот тут нет, там да, здесь да, тут нет. Я примерно представил. А нет, да, загадав вопросы, если здесь что-то паранормальное. Ну, если есть, то наверняка бы эти карандаши как-то показали, правильно? Ну, они наверное, сейчас конечно. Стоят точно так же, как стояли, когда я их положила. А, соль. Ну вот я вижу, как будто давно копну и чуть. Может, она это и искала, мне блядь. Кажется, она нормально, точно такая. Нормально, давай, давай. Это что такое? Это что, блядь? Это что нахуй такое? Фу, блин, фу. Фу, блядь, там дерьмо. Там черное, блин, там черное. Ребят, в прошлом... Я подказываю. Ну, осуждай, наверное, все. Я прям из баночки, из магазина сыпала йодированную соль. Самую обычную, блин, белую соль, мелкозернистую. И она там горочкой легла, ну, просто ничего там не было. И? Я прекрасно видела, что я сыпала. Так, блин, я все сняла. Бля, кресты в чат, это полная хуйня, блин. А это что? Что это такое? Может, это тоже нельзя было трогать, как кости? Ребят, мне кажется, сербская леди от меня не отстанет. Сегодняшнюю ночь я снова проведу в комнате питомца. Кто не знает, у меня есть отдельная комната, там живет мой кролик Эльза, и там я уже проводила ночь. Сегодня я буду вновь там. Да ночью... где твой ребенок, ты угораешь, блядь? Это видео выйдет завтра, в понедельник, на канале Lady Pet. Ссылка на него в описании под видео. Проверьте колокольчик с уведомлениями, чтобы не пропустить это видео. Я сейчас проверю, блядь. Питомцев, я предлагаю посмотреть видео, которое присылали мне очень активно мои подписчики в мой мистический бот. Видео про вот этих вот, я считаю, что они как-то связаны с козлы, вот да. Этими козлами. На конечно, связаны, вот блядь. Животных, тут же все животных. Просто, короче, вот смотрите, козлы, сербская, как ее, сербская леди, козлы, это все связано. Да, нет, вот эта бумажка, соль, и то видео, помните, где там, короче, какой-то девушке где-то когда-то пришло кто-то. И она в глазок, короче, снимает, и там типа коза стоит. Она такая, hello? И типа, ничего, короче. Ну, сами посмотрите, это все связано, пиздец. Короче, во время ночевки посмотрим вместе эти видео. И подписчики спрашивают, а как ведут сейчас мои животные? Все ли как обычно или не совсем? И вот как раз-таки давайте посмотрим не совсем, я думаю. Моего кролика Эльзы и собаки Джины. Пойду спрятаться.
Бля, у нее взгляд, как будто ее бьют постоянно, да, собаку, она просто как будто всегда испуганная, бусы, блин. В то самое новое место, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, узнаете первыми, куда я их спрятала. Mm-hmm. Если вы хотите, чтобы ролики выходили как можно чаще, ставьте лайк прямо сейчас под этим видео, поддержите меня, подписывайтесь на канал Иллиди Онлайн. Все? Это весь ролик, бля, ну это, короче, она из пальца жестко высасывает, я думаю, экшен будет, что она сейчас будет с этой сербской леди драться, короче, что-нибудь такая хуйня, экшена вообще нету, блядь. Да, расстраиваешь ты меня, дорогуша, блядь.